Хотите, вам прикол покажу? Смотрите, сейчас мужика погрю. Смотрите, сейчас на мужика тачку прыгну. А ну-ка, слазь, ты чё туда залез? Это моя машина. Да я паркурю только немножечко. Я сейчас полицию вызову. Ладно, чуваки, бежим. Он сейчас полицию вызовет. Валим быстрее, да не в ту сторону. Быстрее, пойдемте. Кстати, пойдемте быстрее. Тетенька, давайте здесь садимся в кустах. Ребят, тихо, прячьтесь все. Тихо. После твоего подъезда здесь, смотрите, за нами Машка увязалась. Ладно, пойдемте. Знаете что? Хотите, я вам покажу прикол? Ну какой? Че, не знаешь прикола? Нет, а какой? Ну пойдемте, я покажу. Существует такая легенда у нас во дворе, что у нас горка одна живая, прикиньте. Да? Сейчас... Чего живая горка? Ха-ха-ха, ты что, дубастер? Это же не смешно, это прикол, горка пожиратель на ютубе только. Ты что, думаешь, это на самом деле? Да, она на самом делешная. Вот это что ли горка? Да нет, не это горка, это обычная горка, они не все. Это обычная горка, видите, ничего в ней такого нету. Горка другая, в другом месте. Хотите, покажу? Ну давай, покажи. А как она выглядит-то? Ну, во-первых, она красного света. Видите, здесь желтый, синий. Ну, вот красный есть. Но она должна быть вся красная. Тогда это и есть горка-пожиратель. Вот тут она наполовину красная. Но это тоже не то. Понимаете, горка должна быть вся красная. О, красная, ну все понятно. А где нам найти красную горку? Ну пойдемте залезем на дом и посмотрим в округе. Я просто не помню, где точно. Пойдемте за мной, пойдемте. Там в подъезде я залезу сейчас и посмотрю. Давайте, вы меня здесь, короче, подождите. Я сейчас приду. Сейчас посмотрим, короче, где горка. О, ребята, я хотел посмотреть горку, а тут все закрыто. Туда, короче, не пролезть, облом. Облом. Вот, сейчас чуваков расстрою, скажу, что облом. Ладно, чуваки, облом. Пацаны крутые на районе. О, ничего себе, у нас уже сколько народу пошло посмотреть, поглазеть горку-пожиратель. А, мужики, хотите посмотреть горку-пожиратель? Горка-пожиратель. Эй, малой, ты чё врёшь-то? Сейчас даю тебе. Ладно. Ну хотя пойдем, покажешь мне, что там за горка-пожиратель. О, уже все пошли, ребята. Все идут. Вы тоже пойдете, тетенька? Нет? Вы гуляете? Кто пойдет с нами? Вот она, пойдемте быстрее, покажу вам. Че, трусите, да? Да пойдемте быстрее, вон она, обычная горка, чего боитесь-то? Вот, видите, обычная горка. Ну, с виду обычная горка, но на самом деле это не обычная горка. Я сейчас на нее залезу. Но я не советую вам залазить и пробовать такое. Смотрите, вот, видите, я на нее залажу, она обычная. Но есть одна фишка, как сделать из этой горки горку-пожиратель, как открыть в нее секрет. Хотите, расскажу вам? А? Хотите? Ну тогда смотрите, у кого есть попыт? У Витька есть попыт. Вот, у Витька есть попыт. Надо взять попыт и положить попыт ровно под вот эту вот штуку. Тогда она оживет. Ну, мастер, ну ты что, троллишь на меня? Какой попыт? Какая горка? Ты что, серьезно, что ли? Сейчас все будет. Смотри, если я вру, ты мне должен 5 попытов, понял? 5 попытов, да легко. О, Витёк, слушай, здорово. Витёк, у тебя есть попыт? Ну, есть один, а что? Ну, давай мне попыт, мне нужно для горки. А ты что, ты его мне не порвёшь? Да, Витёк, я его не порву, я тебе сейчас отдам. Видишь, все ждут. Да ладно, дай ты ему попыт, он нам покажет, как горку оживить. Реально? Витёк, ну ладно, держи. О, спасибо, Витёк, не пожалеешь. Ну что, мне самому интересно теперь, что там, зачем ты мой попыт взял? Иди сюда, покажу, иди. Иди, вот твой попыт. Видишь, я его не порву. Пойдем со мной, пойдем. Пойдемте, чуваки, смотрите, сейчас, короче, кладу этот попыт под горку. Так, смотрите, сейчас будет интересно. Вожу, короче, попыт под горку. Да пододвинься ты. Вот, смотрите, все готово. Попыт положил. Посмотрите, уже горка начинает шевелиться. О, ничего себе! Бегите все, бегите! А, вот она, горка, пожиратель! Быстрее бегите, чуваки, спасайте! За нами горка, пожиратель! Вон она! Быстрее спасайтесь все! Быстрее! Вот она! Она всех жрет! Настоящий пожиратель! Ничего не получается! Ускорение! Быстрее! Садимся в тачку!
потому что я успел сесть в машину. Не знаю насчет них. Ой, у меня лопнуло колесо, по-моему. Ой-ой-ой, сейчас посмотрим. Что там, чуваки? Эй, нет. О, это тот чувак, который хотел посмотреть на горку пожиратель. Ну что, посмотрел? Ой-ой-ой, нужно попыть забрать. Ой, ничего себе. Вот она, ребята, вот она. Настоящая горка. Пожиратель, беги, дурачок. Ты что, беги, нет. Она его съела, ребят, вы видели? Что происходит? Какого? Она невидимая, она еще невидимая. Ребята, бегите. Нет, бегите. Ой, она всех жрет. Ничего, народ, она всех туда. О, бегите быстрее. Дяденька, спасайтесь. Нет, она всех засасывает, как пылесос. Пацаны, бегите, спасайтесь. Нет, ребята, ой, что делать-то? Быстрее на гаражи. Да, единственный способ на гаражи залезть. Быстрее, бежим, ребята. Ой, быстрее. Витек, спасайся, Витек. Ой, ты что? О, Витька сожрали. Бежим быстрее. Где-то тот дядька, который хотел копов вызвать. Ой, дядька, спасайтесь. Ничего себе, ребят, сейчас его сожрут, походу. Все, она не может до него добраться. Что такое? Посмотрите. Она почти его сожрала. Нет, она его ест, ребята, сейчас съест. Она меня ест, по-моему. Прыгайте, бегите, спасайтесь. Все, ребят, дядьке крышка, я спрячусь на гаражах. Ребята, подписывайтесь на канал и ставьте лайкосики, если вы хотите приветик. А в следующем ролике, потому что он будет, ребят, в следующем ролике в новом передам приветики от Нубастера. Быстрее ставьте лайки, подпишитесь на канал. Ай, опять, а меня кто-то жрет, вот она. А, садимся в машину, прячемся, гоним, нет!